Детский праздник в самом разгаре. Причина торжества – открытие в детском саду номер 190 на 13-й Березняковской двух дополнительных групп для малышей ясельного возраста. На ремонтные работы из областного и городского бюджета было выделено почти 3 миллиона рублей. Детей много, мамочки молодые. Вот хожу на работу, вижу, гуляют с колясочками. Подрастает поколение, и я думаю, что вот нужда открыть группы вот именно ясельного возраста уже стояла остро. Очень часто приходили, как бы вот интересовались. Этот детский сад работает в инновационном режиме. Вся мебель и инвентарь соответствуют новейшим стандартам. В группах есть доступ к интернету. Родители открытия ждали долго. Ближайший детский сад с яслями находится в Новой Ильинке. Благодаря появлению дополнительных мест в этом дошкольном учреждении количество воспитанников увеличилось на 36 малышей. Когда я увидела все это великолепие, это, конечно, поражает своей красотой, комфортом. Вот, уютом. Конечно, здесь детишкам будет очень хорошо и удобно, и комфортно. И, можно сказать, домашняя обстановка иногда не блещет как бы таким комфортом. Несмотря на все меры, предпринимаемые городской администрацией, до сих пор сохраняется очередность малышей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Всего без места сейчас остаются 1700 ребят. Полина Панасицкая, Денис Денисов, РТВ Иваново.